Строительство новой станции метро начнется уже на следующей неделе. Подробности в рубрике «Короткой строкой». Строительство станции метро «Стрелка» начнется на следующей неделе. Об этом в четверг заявил Валерий Шанцев. Губернатор дал поручение до конца 2017 года привести в рабочее состояние два существующих тоннеля за станцией метро «Московская» и пристально следить за сроками строительства. Станция имеет пропускную способность около 30 тысяч в сутки, поэтому это очевидная необходимость. Второе, после уже чемпионата там, по сути, будет сформирован наш новый общественно-политический центр. Строительство трамвайной линии от остановки Мыза до микрорайона Щербинки-2 и поселка Ольгино откладывается на неопределенный срок. Трамвай должны были пустить внутри микрорайонов параллельно проспекту Гагарина. Стоимость строительства пути в 2014 году оценивалась в 1 миллиард рублей. Самолеты в Москву будут летать чаще. С 4 июня ежедневно в столицу будут отправляться не 9 самолетов, как прежде, а 10. Дополнительный рейс из Нижнего Новгорода пустят в 10 часов 50 минут. Приземляться самолет будет в аэропорту Внуково. Обратно в Нижний Новгород самолет будет вылетать в 10 часов 10 минут. В эти выходные нижегородцев ожидает магнитная буря из-за вспышек на солнце. Она пройдет в субботу в 3 часа ночи. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.